несколько лет назад было проведено исследование, и оказалось, что среди специалистов тех профессий, которые работают с семьями, более 70% как раз работают в стиле семейной КПТ. Два подхода – семейный подход и когнитивно-поведенческий. И на сегодняшний день это в авангарде всех направлений, которые работают с этой тематикой. Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Гриценко Елена. Я спикер, преподаватель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Работаю психологом в центре BCBT в Москве. Я хочу пригласить вас на свой авторский курс. Тема детско-родительского взаимодействия является одной из самых актуальных среди запросов, с кем приходят к нам наши клиенты. И этот курс позволит вам соединить очень важные направления. Направление работы с семьями и направление, которое КПТ представляет с лучшими техниками, с лучшими методами, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными. Приходите, пожалуйста, дорогие коллеги. Обучение у нас очень практикоориентированное, и я уверена, что вам удастся получить новый инструментарий, ваш багаж. До встречи на курсе.